Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Frozen Town Survivor. Создайте топор, чтобы начать выживать. Так, позволяет добывать древесину, понятно. Так, он пошел собирать веточки, а что, мне надо кликнуть на него? А, это он, это я его подгоняю, да? Смотри-ка, он сам все это делает. Ну-ка давай быстренько, парнишка. Будешь сейчас мне тут топорик. Так, делает. Я тут не вижу особо много деревьев, но тем не менее. Раз, два, три, четыре. Так, постройте склад древесины. Позволяет хранить древесину. А, он сам находит место, что ли, получается, да? Где это делать? Ну давай, посмотрим. Это ему везет, что веточки тут пока еще лежат везде. А, вот он уже делает. Так, пошел за камнями. Не только за камнями, он... Вот на него кликаешь. На него кликаешь, ребята, и он намного быстрее все это делает. Ну давай, парнишка, давай, склад, делай. Тут, смотрю, еще шахта будет. И какая-то повозка разбитая. Скорее всего, наша, да? Давайте подождем, пока персонаж соберет 3 древесины. А, нужно вообще 200, что ли? Постройте верстак, чтобы снизить количество ресурсов, необходимых для строительства. Так, верстак позволяет создавать инструменты. И куда же он их? Вот, вот здесь вот будет верстачок. Значит, нам еще нужно построить, скорее всего... Подожди, а на складе только древесина копится, а камни? Камни нет? Камни он должен вот так вот ходить, постоянно по одному камушку брать, собирать. Ладно, давай посмотрим. Вот он начал делать верстак. Так, постройте вышку, чтобы открыть... А, чтобы открыть новые территории. Так, парнишка, давай досочки. Отлично, доски есть. Я могу поставить Вот, вот, вышка будет почему-то, ребят, находится она возле этого. Блин, ну далеко от склада-то. Так, вышка, управлять своими жителями, чтобы быстрее получать нужные ресурсы. Свободные жители, один. То есть у меня будут новые жители. Так, тут еще, я смотрю, еда будет, видимо. Так, давай последний камушек бери, и мы сделаем уже эту вышку. Подгоняем его, чтобы он быстрее все это сделал. Так, ура, нашелся новый выживший. Нажмите на него, чтобы пригласить. Обычный, Отто, крутить еще. На 10% быстрее добывает дерево. Блин, я не хочу рекламу смотреть сейчас. Давай тогда так сделаем. Откройте магазин, чтобы получить бесплатный груз. А ну-ка. Выберите груз. А, либо ну, у меня только древесина, ребят. Давайте зададим кирку, чтобы добывать золото. Давай. Так, в общем, их нужно, ребята, подгонять. А золото, судя по всему, будет добываться именно в шахте. Да? Ну, хотя бы они вдвоем, и быстрее все это, ребята, происходит дело. Куда побежал этот парень? Я карту могу? Нет, я карту не могу, ребята, двигать. Неужели это все будет вот на этом маленьком клочке земли все происходить? Так, постройте склад золота. Нам нужно 7 древесины. Что тут? Ой, ой. Ремонт повозки позволяет ремонтировать повозку, чтобы покинуть это место. А мне это напоминает игру, друзья мои, Frozen Port, или как? Помните, мы играли в свое время в игру, где тоже надо было расстраивать типа своего городка, и тоже там были персонажи и раритетные всякие, там у каждого свои способности были. И мне кажется, мы здесь с тобой отстраиваемся, да, сейчас. И потом мы отсюда, скорее всего, сдуем. А повозка будет ремонтироваться именно вот это вот. Свободных жителей 2. А как ее прокачать же нельзя, получается, ребят? А как же мне тогда...
ну, получить новых выживших. Деревья восстанавливаются, я смотрю. Деревья восстанавливаются. Так, мы строим с тобой склад, склад золота, да, правильно. Постройте дом, что, постройте дом, чтобы хранить еду. Значит, 4 золота нам нужно. Слушай, подожди, я же кирку сделал или нет? У нас золото-то осталось, шиш, да не шиша здесь. Интересно. Вот он сейчас заберет вот эти 2 золотых слитка. И что? И что дальше ты? Вот скажи мне на милость. Где мы с тобой... Где мы с тобой заберем остальное это золото? Нам не хватает 4. 2 есть. Ну вот третий. А четвертый-то где? А я не вижу здесь, чтобы они восстанавливались или что-то делали. Вот, видишь, 320 древесины, 200, 320. Он пойдет в шахту, что ли? Да, друзья мои. Вон оно что. Мы даже видим, как он добывает это золотишко. Далеко, далековато, конечно, склад у нас стоит. Давай, построим. Дом, где дом будет строиться, не вижу. Вот, вот здесь будет, ребят, строиться дом. Ага. Блин, почему-то по одному только камни носят. Так, и последний сейчас они сделают. Здесь начинается стройка. Это хранить еду написано было, да? Давайте подождем, пока персонажи соберут 4 еды. Вопрос в следующем. Они вообще будут собирать еду? Вон пошел, пошел парень за яблоками. Опять по одному яблоку, ты серьезно сейчас? Нет, он по 2, почему-то, ну, еда обозначается вот так, ребята, мясом. То есть один фрукт берет, это как... Ну да, это получается как 2. Вы можете тратить еду на улучшение персонажей. Увеличит скорость передвижения, ускоряет добычу древесины, ускоряет добычу золота. Строительство ускоряется, рыбалка ускоряется, понял. Ну давай, например, скорость передвижения сделаем. Вы можете делать рюкзак, чтобы персонажи могли больше переносить. Рюкзак сделаем. Обязательно сделаем рюкзачок, чтобы им... Ты видишь, чтобы у них скорость была быстрее? Я не вижу. Не, когда я их подгоняю, только у них скорость быстрее, по-моему. Так, ну они на верстаке, это понятное дело. Так, сейчас сделает кто-то себе рюкзак. Что такое? Так, выключите авторежим, чтобы настроить приоритеты добычи ресурсов. Добавьте персонажа для добычи дерева. Так, улучшите вышку, чтобы открыть... Ага! Подожди, а как улучшить вышку? Вот. 15 древесины нужно. И 4, друзья мои, золота. Но на них надо постоянно кликать. С древесиной у нас норма, а вот... Можно, да? Можем уже построить. Давай. Первый уровень, я так понимаю, это, ребята, обучающие. Этот, видимо, ребята... Или у них рюкзак на всех, для всех я сделал. Да, по-моему, для всех рюкзак, потому что они очень много набирают. Как раз. Ну да.
Не, подожди, что ты? Два. Это сейчас, получается, сейчас ко мне придет еще выживший. Если я правильно понимаю. Поздравляем, обучение закончено. Теперь вы можете играть свободно. Отремонтируйте повозку, чтобы покинуть это место и выиграть. Оу. Ух. Понял. А вот, друзья мои, и выживший. Обычный. На 10% быстрее добывает еду. Набор с дополнительным слотом не надо. А чё ты стоишь-то? Блин, я же ему приоритет, наверное, не поставил, да? Увеличивает скорость передвижения персонажей. Так, ускоряет процесс добычи. Понял. А почему он стоит? Пускай идет и добывает еду, в конце концов. Лентяй. Так, верстак. Снижает. Давай, лучше верстак. А, рюкзак, интересно. Ну-ка, а рюкзак можно улучшить здесь? Склад древесины. Топор, наверное, еще улучшить. А, не могу сейчас пока. Кирка. Требуется. А, требуется кир. Все, понял, ребята. Нам нужно верстак прокачать, чтобы усовершенствовать. Чтобы усовершенствовать. А для этого нужен склад. Так, для этого нужен склад. Ну, я топор, ребята, прокачал, чтобы как бы больше древесины добывали они. Срубки деревьев. И, естественно, сейчас сделается у нас топор. Прекрасно. И теперь. И теперь нужно 15 золота, ребят. Ну, золото, конечно. Ну, дофига надо золото, чего ж тут говорить. Почему этот опять без дела стоит? А, он... Не понял. Так, давай добычу золота, наверное, прокачаем. А, цель игры, ребята, сделать повозку и перейти на новую локацию. Так, ну слушай, он за один заход уже, ребята, 5 еды приносит. Что уже приятно радует. Но их постоянно надо подгонять. Постоянно надо подгонять, чтобы они хотя бы двигались. Соответственно, вышку, наверное, тоже можно улучшить. Не хватает еще 4. 4 золота не хватает еще. Я понял. Ребята, за золотом никто не пойдет из них, да? Этот все-таки решил. Решил сделать доброе дело. Пошел за золотом. Как раз мне сколько не хватает? 2. Угу. Так, давай, набирай там. Все-таки, наверное, надо, ребята, сделать, чтобы один кто-то из них вот так вот сделать.
пускай теперь делает стройку. Склад увеличился, я вижу. Так, 49 золота. Ага, вот. Если мы с тобой 12 золотишко получим. Рюкзак, удочка, топор. Плавильня. Кузница, радиовышка. Рюкзак уровня 2 требуется. Надо золото. Надо много золота. Я, знаешь, что сделаю? Я, наверное, вот так вот. Потому что древесины более-менее еще есть, а вот с золотом, ну, беда. Что у нас тут? А, звуки просто, да? Так, хватает? Где рюкзак-то? О, 31 надо. Улучшает... Так, улучшение увеличивает количество получаемой еды. А, у нас 20 это предел. Понял. Значит, если мы хотим с тобой собирать больше еды, нам нужно прокачивать рыбалку. Проверим. Вышку бы, конечно, лучше бы увеличить, улучшить. Если мы ее улучшим, к нам придет еще один житель. Так, ну что, с деревом не закончили. Последние камни. Сейчас посмотрим, увеличится ли у нас и вот этот параметр или нет. Скорость строительства. Ребят, ничего не увеличилось. Как было 20, так 20 и осталось. Странно. Гонять. Без подгонки тут вот никак. Это как кликер получается, знаешь, какой-то. Хочешь, не хочешь, он уже, понял, он уже за раз берет просто с куста и все яблоки, ребят. Раньше там по одному брал, сейчас все захватывает. То есть это говорит о том, что он может больше носить всего. Максимальная скорость, я не знаю, какая тут по передвижению, ну вообще по прокачке. Такая легкая, я не знаю, там, стратегия, ну не стратегия, я не знаю, как даже назвать эту игру.
развитие, наверное. Так, ну что, мы улучшили кирку. Соответственно, мы будем теперь добывать больше золота, насколько я могу понимать. Сейчас посмотрим. Вот у нас сейчас 4 золота. Сколько вот он приносит? Раньше он носил 2. Да он по-прежнему 2 и носит. А, ну может быть просто добыть сейчас то, что ускоренное. А там, наверное, вместимость надо прокачивать. Так, мы можем улучшить верстак. Давай топор улучшим. Улучшим топор для того, чтобы, ну, нам добывать больше древесин, ребят. Топор мы улучшили. Правда, у нас никто не занимается деревом. И дерева у нас уже меньше стало. Ускоряет процесс добычи. Так вот сделаем, уравняем. Потому что, ну, древесина тоже нужна, ребят. Фига, ну один раз. Один раз по этой бабахнул и все, ребят. А вот здесь вот нет. Здесь несколько раз бомбил. Наверное, больше древесины. Но носит он, по-моему, с собой намного больше. Так, ладно. Верстак. Ну, я бы, если честно, хотел бы прокачать, друзья, вышку. Но это 49 золота и 50 с лишним дерева. Но оно, наверное, того стоит. Ну, я имею в виду нашего времени, усилий подождать этого всего. Если бы я мог бы ставить склад, куда я сам захочу, я, конечно, бы его поставил бы сюда, ребят. Склад золота. Фиг он здесь за 3-9 земель стоит. Так. А, вот еще. Строительство и меньше ресурсов для крафта. Насколько меньше-то? Да я не вижу, чтобы что-то меньше было. Еда. Так, с древесиной вроде бы все, да? Нам не хватает только золота. 19 золота нужно. Ну, это я имею в виду все на улучшение именно башни. Я так понимаю, одно улучшение, один выживший. Получается так, скорее всего. Ну, мы сейчас проверим. Так, еда.
49 нужно, да? А у нас 34 только. Блин, ну он по 2, он тут... Не, ну можно как вариант сейчас сделать вот так вот, ребят. Ой. Эпичная ава. 30% быстрее добывает золото. Ой, дерево. Ну, убрать, например, с древесины и добавить на золото, как у нас и было. Вдвоем, понятное дело, они быстрее все это соберут. Так, это получается 2, 2 и еще 2. Еще один потом надо будет. Это еще хорошо, в руднике не заканчивается золото, а если бы оно заканчивалось? Ну давай, парень, давай, неси. Есть. И опять по 2, да? Ну, им сейчас тут, конечно, до посинения придется. Почему этот до сих пор только собирает еду? Почему он не помогает нам строить эту вышку? То есть только 2 могут что ли делать одновременно или что? Нет. Смотри, начал помогать. Подгонять, подгонять их постоянно надо. Пинка под зад давать им. Иначе они ничего не будут делать. Пока их не подгонишь, ребят, ничего не делать не будут. Что я не хочу на вышку, я кликаю на них. Ну куда ты побежал, а? А, вот так ты решил, да? Ну, в принципе, правильно. Да ладно, он еще на склад идет, чтобы выложить это дерево, что ли, блин? А! О чем я говорю, ребята? Он же все, он же дерево у нас собрано все. А теперь в золоте беда. Два, блин, сейчас три года будут носить. Мужик, иди вон золото таскай. Так, добывать дерево. Два одинаковых у нас, да, получается. Передвижение. Так вот сделаем. Но тут нет такой штуки, ребят, что нужно там что-то, какой-то опыт. Нету, не надо мне этого. Куда вы разбрелись-то все? Вышку мне доделать, куда вы там побежали, блин, засранцы, а? Это там дерево бомбит, блин. Один только у меня теперь остался на... Смотри, а это что такое? Уникальная постройка. Порка. А, ну этот 10% ускорения бега всем, это, ну я понял, короче. Это чтобы они работали быстрее. Понимаешь?
Они, ребята, такие игры на это и рассчитаны, что тебя вот это вот начинает рано или поздно напрягать, вот это вот медлительность, еще что-нибудь, и начинает потихонечку включать сюда донатные всякие прибамбахи. Понимаешь? Чтоб ты покупал, чтобы ты себя чувствовал комфортно. Но сами понимаете, что для таких игр, ну, это игра однодневка, можно так ее назвать. Они очень быстро надоедают, ребят, потому что они однотипные. Я вот так тебе скажу. Они однотипные, потому что здесь никакого, ребята, сверхглобального чего-то не будет. Будет постоянно улучшаться здание. Для этого ты должен прокачать то, для этого ты должен сделать то, собрать столько-то ресурсов. И все. Поэтому это как бы, ну, ознакомительный. Так, по-моему, карта немножко, как сказать, отдалилась, да? Вот он бежит, ребятушки. Сара еду добывает на 10% быстрее. Ну, вот как-то так, ребят, вы понимаете, да, что, чтобы сделать повозку, ну, надо, наверное, тут убить час, может быть, даже два, не все так быстро. Ну, а я, пожалуй, на сегодня буду заканчивать. Всем удачи и до новых скорых видосиков.